Как послужить нашему сумбурному поколению? Поколению, которое выросло на разных идеях и на разных измах, которая полностью разочаровалась и в религии, и в политике, и в экономике, и во всевозможных измах. Как послужить этому поколению мне с вами? Прежде всего, Давид понимал и осознавал, что Бог его призвал. Друзья мои, Бог призывает каждого из нас, кем бы то ни был, рукоположен ты или просто приходишь на богослужение, прихожанин, прохожанин, Бог призвал тебя на особое служение в этом 21 веке. Давид почувствовал это призвание, несмотря на то, что родственники Давида, даже его отец, не видел в нем абсолютно никакого потенциала. И когда, помните, избирали наследника трона израильского, прошлись по всем сыновьям. Отец совершенно забыл, что есть у него еще один мальчишка где-то на полях. Хотя и звали его Давидом, что в переводе означает «ценный». Он был ценен в глазах Бога, потому что Бог видел в нем огромнейший потенциал. Этот мальчишка с полей был предназначен Бога до создания вселенной. Бог видел потенциал Давида. И в присутствии отвергнутых кандидатов на трон Самуил помазал Давида на царство. И Библия говорит, что Давид был мужем по сердцу Бога. Иными словами, Бог был расположен. Он питал к нему симпатии, он любил его, он считал его своим другом, он мог поговорить с ним по душам как бы. Друг мой, брат, сестра, можешь ли ты сказать о себе, могут ли ближние сказать о тебе, что ты сестра, брат по сердцу Бога, что Бог питает к тебе симпатии, что Он любит тебя, что Он с тобой считается, что Он с тобой действительно разговаривает по душам?